Всем привет! Показываю очень красивые куры Кохинхин. Это Кохинхин мраморный. Это черная птица, на которой такой белый горох. Вот как бы на них вот снег нападал. Кохи отличаются от брам очень хорошо. У кохинхинов гребешок должен быть вот такой тоненький, листовидный. Такими тоненькими зубчиками. Это называется листовидный. Штанишки. Такие вот штанишки аж до земли. У брам таких штанишек нет. У них немножко иначе, и другая форма оперения на ножках. Оперение рыхлое у кохинхинов, такое пушистое. А у брам больше такое вот прилегает, так вот плотно прилегает к телу, плотное оперение. У них такое вот рыхлое пушистое оперение у кохинхинов. Гребешок должен быть вот такой низенький, не развинут гребешок у кохов. Вот тут курочки, видите, вот это уже курочки и год, и два ему уже, вот возраст такой. Взрослые это курочки, и только вот нет гребешка. Вот чуть-чуть такой маленький гребешок. И сережки маленькие. Если высокий гребень свисает на бок, это брак. Это очень серьезный брак. Никогда не нужно этого допускать. Такая птица выбраковывается. И у петушков. Вот у петушка. Петушки темнее за курочек. Больше черного пера. Вот и у петушка тоже должен быть невысокий гребень. И не свисать ни на какую сторону. Должен вот этот стоячий такой вот быть. Красивый стоящий гребешок. У петушка. Вон, видите, стоящий петушок. Я училась в ветеринарной академии. Был у нас профессор, и он преподавал от птицеводства. И он старый уже такой был. Уже тогда был такой старый. Он больше 80 лет, наверное, было у него. То он рассказывал, что у петушка должен гребешок стоять. Если, говорит, у петушка гребешок свисает, это уже не петушок, а кура какая-то. Так и говорил, кура какая-то. Курочки кохинхины в годовалом возрасте могут иметь 4 килограмма, если на откорме больше. Петушки 5-6 килограмм, на откорме тоже больше. Спокойные куры. Они не летают, они так гребстись не могут, как вот простые сельские курочки. Кохинхин до 130-150 яиц несет. Кохинхин. Окрас называется мраморный. И вот некоторые путают с окрасом виандота серебро. Вот я тоже когда-то сделаю ролик. Возьму курочку серебряного виандота. Там тоже окрас присутствует перо черное и белое. Так вот и здесь присутствует перо черное и белое. Но совсем другое расположение. Узоры, другой узор. И я вот сравню, вот покажу вам, как отличается вот курочка виандот серебряный от курочки мраморного. Хоть там и там присутствует черное яйцо. Очень нравится эта порода. Петушки темнее, меньше белого у петушков. Вот даже вот вроде петушок черный, а подшерсток у него белый. Внутри
под жестким пером, белое перо. Такие вот штанишки до земли. У Брамы такие штанишки совсем по-другому. Расположение у них такие плотные, упругая штанишки, чуть-чуть меньше. Я когда-нибудь сделаю ролики такой, будет очень интересно сравнить курочку Брамы и курочку вот Кохинхин. Там не зависит от окраса Брамы или окраса Кохинхина. Экстерьер птицы должен все равно отвечать стандарту Кохинхина или Брамы. Всем пока!